Друзья, всем привет! С вами Владимир Яковлев, и это 27-я серия моего влога. И сегодня я тренировал грудные, трицепс и плечи. И сейчас я вам расскажу и покажу то, как я это делал. Я только что закончил тренировку, и первым упражнением сегодня у меня был жим лежа узким хватом в смите. Я сделал 3 разогревочных подхода в диапазоне 10-15 повторений, затем перешел к рабочим подходам. Не тренировался с слишком большим весом сегодня, так как вы помните, у меня была травма плеча. Сейчас я чувствую себя хорошо по этому поводу, но тем не менее не форсирую нагрузки, стараюсь тренироваться аккуратно и избегать возможности как-то пробудить эти беспокойства, которые у меня были в плече. В общем, 3 рабочих подхода, диапазон повторений в районе 12. И второй подход у меня получилось сделать 15 повторений. Сегодня также не работаю в отказ. Сегодня у меня также считается легкая тренировка. Короче, не сбиваемся, едем дальше. Лучшего пампа сегодня собираюсь выпить 3 литра воды на тренировке, а также я буду использовать предтренировочный комплекс HeartBlood. Вторым упражнением сегодня были разводки в тренажере. Хороший аппарат, я здесь очень хорошо чувствую грудные мышцы. Опять же, именно в этом положении, в этой вариации разводок я не ощущаю никакого дискомфорта в своем плече. Как уже сказал, мне удается здесь очень хорошо изолировать и проработать грудные мышцы. Здесь я также выполняю 1 разминочный подход и затем 3 рабочих подхода. Этого веса мне достаточно для того, чтобы утомить грудные мышцы. Третье упражнение сегодня идет отжимание на брусьях. Первый подход собственным весом. Второй подход я уже добавляю 20 килограмм. Больше мне не нужно, так как сейчас я достаточно много вешу сам. Мой вес на данный момент составляет 113 килограмм. Поэтому мне достаточно такой вот
дополнительной нагрузки. Диапазон повторений от 10 до 12. Здесь я выполняю всего 2 рабочих подхода, плюс 1 разминочный, как и сказал, собственным весом. Четвертое упражнение – это махи с гантелями. Мое любимое упражнение на дельте. Начинаю с маленького веса, хорошо разогреваю их. Когда дельты наполняются кровью, мне легче контролировать движение и попадать нагрузкой прямо в них, прямо в цель. Я делаю где-то 3 сета в достаточно высоком диапазоне повторений, то есть дохожу до 30, хорошо наливаю плечи кровью и затем перехожу к рабочим подходам. Здесь я уже немного утяжеляюсь, работаю с гантелями по 20, по 25 и делаю один подход с гантелями по 27 килограмм. Отдых между подходами сегодня в районе 60 секунд. И в жиме узким хватом я отдыхал немного дольше, в районе 90-120 секунд. Следующее упражнение у меня направлено на передний пучок. Я пока что не делаю слишком часто какие-либо жимы вверх, так как уже говорил, что у меня была травма плеча, и все-таки в этом положении, когда я жму вверх, оно меня начинает немного беспокоить. Тем не менее, сегодня я сделаю подъемы со штангой обратным хватом. Очень хорошо здесь чувствую передний пучок и чередую их с подъемами гантелей. Делаю 2 подхода, диапазон повторений здесь в районе 10-12. Веса здесь для меня считаются довольно приличные, больше я уже не беру. Конкретно сегодня мне это не надо. И 5-е упражнение, последнее на сегодня, это разгибание в блоке. Я делаю вот такой вариант, классическая рукоятка, узкий хват. И как бы имитирую здесь жим. Я подсмотрел такой вариант у Джея Катлера. Попробовал, он мне подходит. Вот здесь я очень хорошо чувствую работу трицепса. Единственное, что не хватает немного веса мне в данном упражнении. Но как раз таки сейчас я его использую, потому что у меня нет задачи отработать в отказ. Как уже говорил, тренировка сегодня считается в цикле легкой, и поэтому я внедрил это упражнение в свою программу. Такие дела, друзья. С вами был Владимир Яковлев. Это 27-я серия влога. Следующая серия будет про тренировку спины, бицепса и заднего пучка дельт. До скорых встреч!